Вот там вон посадка. 500-400 метров. И стоять все. Быстро посмотреть, что происходит на позициях противника, и уходить, чтобы не засекли. Между окопом украинских защитников и российских захватчиков меньше километра. Ежедневно они обстреливают друг друга, ведут огонь из различного оружия. Автоматы, гранатометы. Здесь в основном работает «Дашка». Это крупнокалиберный пулемет, противотанковый пулемет. Но у них снайперы, видимо, фиговые. Здесь намного легче. Вот есть 80-ка миномет. Терпимо. Здесь можно воевать. Подготовить позиции. Они укреплены. Стоять можно и будем стоять. 26-летний Владимир приехал из Германии, чтобы защищать свою страну. Вместе с побратимами они обороняли Мариинку. Марьинка полностью разрушена. Негде сделать позицию, негде укрыться. Работает постоянно ствольная крупнокалиберная артиллерия. Танки, газы, грады, все. Все полностью разрушено. Дома вдребезги разрушены. Мы держались как могли там. По подвальчикам маленьким держали позиции. И так воевали. Теперь держат оборону на новом месте, вблизи Красногоровки. Каждый день наступают диверсионные группы, пытаются захватить наши позиции, но у нас получается отбивать. Украинские защитники обустроили здесь целый траншейный городок. Окопами связаны все блиндажи, все коммуникации связаны окопами, мы не ходим поверху. Сделали удобным быт, чтобы комфортно можно было передохнуть в редкие моменты затишья. Тепло, свет, все есть. Да комфортной жизни хватает. Кушать, горячий чай, горячая еда, все есть, все присутствует. Главное, о чем мечтают эти солдаты, чтобы их блиндажи скорее стали частью музейной коллекции. И сюда после победы водили экскурсии.